Активизм мне дает силу, уверенность и духовное, и моральное удовлетворение. Меня зовут Гульзар. Я борюсь за права женщин с инвалидностью, потому что многие женщины с инвалидностью остаются одни, к лицом лицу со своей болезнью, со своими проблемами с детьми. Совместными усилиями мы можем изменить ситуацию не только в нашей стране, но во всем мире. Пример моего активизма – это адвокация, защита прав лиц с ограниченными возможностями. То есть акции, троллейбусные акции, пешие марафоны. Ой, помогает мне. Вот у нас вот такая дорога сейчас. Пока не будет доступа к инфраструктуре, то есть госучреждениям, школам, университетам, у нас никак не изменится ситуация. Здесь я жила до аварии. Если я до аварии была счастливой женщиной, счастливой матерью, счастливой женой, то сейчас, после аварии, я как бы стала личность, в себе воспитала личностные качества –